встречу. Спасибо, что вы приехали. Спасибо, что мы имеем возможность вместе начать музыку, созидание, имеем возможность поговорить с вами. Ну что же, так, у нас уже почти все готовы. Дорогие друзья, итак, представляю вам Black Sax Power, их участников. Давайте будем тепло приветствовать друг друга. Дмитрий Лукин, товарищи! Тимур, я сейчас подожди. Петр Дольский, бас-гитара. Так, у нас на барабанах Давид Сагаманян, вот он. Перкуссия Мартан Бабаян. Дорогие друзья, у меня есть повод похвастаться. Вот у меня абсолютно... Это не реклама, я по любви, бесплатно. Вот. Это называется Black Sax Тим Хазанов. Вот абсолютно новый инструмент с завода. Пахнет. Свежий. Саксофон. Да? Тим Хазанов основатель Black Sax. Человек, вдохновивший меня на всю эту прекрасную любовную авантюру. Меня зовут Анна Королева. Добрый вечер! Вот, и первая композиция называется Congratulations. То есть я тебя поздравляю, Тимка, перманентно. Поехали!
буква в алфавите такая. Мы продолжаем, и следующая у нас песенка «Welcome to Moscow» называется. Поехали еще. Там для минор, по-моему. Thank you.
Please forget about your fairy tale. Еще одна песенка, она называется You Will Fly With Me. Мы ее уже играли, да, мы ее играли. Петь будет Дмитрий Лунди. Ой, сейчас он меня убьет. Всегда говорила, у нее есть две запасные. Значит, точно убьет. Thank you.
Оказалось, просто спал. Именно, да, именно соль диез. И другой ноты это невозможно thank you.
Дорогие друзья, вы можете вы себе представить, что ж там во сне такое явилось? После чего такие слова, мама дорогая, лучше не озвучивать словами, правда? Да. Так, что вам хорошего-то сыграть-то сейчас? Сейчас сыграем как бы... Это еще не название. И даже не буква алфавита, это что-то среднее, да. Мы сейчас сыграем песенку, она называется «Кубик Рубик». А такое название, потому что форма напоминает, словно играешь с ним. Да, так получилось. Thank you.
за прослушанное мы споем песенку. Это песня Бэбифейса. Кстати, у нас для вас будет роскошный подарок музыкальный. Вот этот подарок там драгоценный, он где-то за столом сидит, но скоро мы его пригласим на сцену. А сейчас Бэбифейс, первая не наша композиция, но совесть же надо иметь, да. Поэтому Бэбифейс, песня называется «Sometime it hurts like hell». Sometimes it hurts to you.
Рассказывать не буду. Он играет на всем, поет, все делает, сочиняет, уж все умеет. Валерий Степанов, дорогие друзья. Что он будет делать сейчас, я не знаю. Может, петь будет, может, играть будет. Делай, что хочешь. Тебе микрофон надо, петь будешь? Ну, не микрофон надо. Давайте гигантские шаги, это вы соедините. Yeah.
Валерий Степанов, друзья, Валерий Степанов! Композиция называлась Black Sax Power. Мы ее долго репетировали, и вот наконец мы сыграли. Она посвящалась нашим саксофонам, который называется Black Sax. Хочу сказать, что всю музыку написала Анна Королева, исключением, да, кроме Бобби Фейса. Ну, мы вместе написали, но не важно. Я отдаю тебе авторский. Анна Королева, друзья, Анна Королева написала все композиции, которые мы играем, посвящается выпуску саксофона Black Sax, единственного в России саксофона, который продается уже успешно, и многие звезды играют на нем, в том числе и Анна Королева, тоже звезда, играет на Black Sax. Очень удобная дудка, классная, жирная, замечательная, открытая, так что хлопаем создателю и продолжаем. Afrobeat. Une bonne vie, Tiki-t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 iki
Yeah.
закончить какой-нибудь положительной песенкой, да? И мы вам желаем всегда, всегда хорошего настроения. Что бы ни случилось, чтобы мы могли позитивно смотреть на жизнь, да? И тогда нам все будет по колено, дорогие друзья. Для вас играли сегодня Дмитрий Логин, клавишные. Петр Дольский, бас-гитара. Дарья Сагаманян, с барабаны. Соло только что, Вартан Бабаян, перкуссия, соло. Только что, да, наши незаменимые монстры, нео-соло движения. Тим Хазанов, саксофон. Всегда ваши Black Sax Power, всегда вас ждем. И сейчас, все, поехали еще одну песню. Yeah, one more time.
Thank you.